В Калининграде, Россия, скончался известный российский гитарист Леонид Иващенко. Во время концерта джаз-аперитив скончался известный в Калининграде 49-летний джазовый соло-гитарист Леонид Иващенко. Сообщается, что музыкант, отыграв свою партию, спустился в зал, чтобы посмотреть выступление коллег. Неожиданно ему стало плохо и он потерял сознание. На место приехала скорая помощь, но спасти Иващенко не удалось. Он скончался, не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стал обширный инфаркт. О смерти гитариста, прямо со сцены, сообщили организаторы концерта и отменили выступления других артистов.